Черная пятница для оккупационных властей. В Луганске произошел взрыв в здании так называемой прокуратуры ЛНР. Погибли ее руководитель Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стегленко. По предварительным данным, в кабинете так называемого прокурора сработало взрывное устройство. Горенко более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. Позднее стало известно еще об одном убийстве. В оккупированном войсками РФ Бердянске Запорожской области нашли застреленными супругов Олега и Людмилу Бойко. Женщина возглавляла горкомиссию по проведению псевдореферендума о присоединении оккупированной части Запорожской области к России. А мужчина был так называемым заместителем мэра по ЖКХ. Несладко пришлось в эту пятницу коллаборанту Стремоусову. Его, напомним, оккупанты назначили замглавы администрации Херсонской области. Около 11:00 в Херсоне было обстреляно здание апелляционного суда, находящееся в самом центре города. Стремоусов заявил, ракетный удар пришелся по его кабинету. Он даже насчитал прилеты около 5 «Хаймарс». При этом ПВО оккупантов даже не шелохнулось. Российские пропагандисты говорят, это был ракетный удар по зданию апелляционного суда, которое находится рядом с ОГА. Там якобы дислоцировалась власть захватчика. Инциденты с коллаборантами на оккупированных территориях случаются нередко. Комментируя в Твиттере сегодняшние события, советник Офиса президента Подоляк написал, что это все разборки местных криминальных группировок. Подпишись на «Система.Инфо», поставь лайк и отреагируй комментарием. Мы ценим обратную связь.